праздничному марафону присоединились жители Жицунского района. Там провели зажигательный концерт ко Дню города. В репертуар артистов вошли песни о семейных ценностях. По словам организаторов, такие мероприятия способствуют укреплению единства и гармоничных отношений. Ансамбль бабушек, районный хор, местные музыканты подготовили насыщенную программу для горожан. Также в этот день вручили благодарственное письмо семье Берденовых за призовое место на городском конкурсе «Мерейля от Пассе». Не зря говорили, семья – это маленькое государство. Если в маленьком государстве есть порядок, то в большом всегда он будет. Поэтому сейчас, когда возрождаются семейные ценности, нравственное воспитание, патриотическое воспитание, это важно, вот именно такие мероприятия, которые сегодня будут проводить. У нас в районе проживает 315 многодетных семей, 483 представителя Алтын и Кыныс-Алка. Мы им помогаем. Они также активно участвуют в жизни района и города.